Поздно ночью, уже никто по улицам не ходит, и повсюду охрана. Мы заметили, что они расселяются, и самое главное, бесконтрольно. Им не были рады. Не место им здесь. Столько денег тратят, чтобы держать их здесь. А могли бы людям помочь. Хорошо, хоть не в дома к нам подселяют. Их не приняли. А потом движуха началась. Понаехали, Америка не резиновая. Это было уже слишком. Люди не должны жить в страхе. Они не люди. Питер Джексон представляет фильм Нила Бломкампа. Какова цель вашего визита? Так отправляйтесь домой. Принципы действия вашего оружия. Девятый район. Пусть это увидят все. Пусть это всем послужит уроком. Последние новости. Мир замер в ожидании. Сегодня изменился ход истории человечества. Похоже, космический корабль завис над Йоханнесбургом. Так много денег тратят, чтобы их здесь держать. Как будто нет других проблем. Ну, хотя бы держат их отдельно от нас. Как работает ваше оружие? Мы находимся у входа в район номер 9 специального лагеря, который создан для того, чтобы изолировать инопланетян от людей. А мне бронежилет дадут? Не волнуйся насчет жилета. Это агент МНЮ. Откройте, пожалуйста. Какое странное место. Я никогда ничего подобного не видел. Вот тут вот есть их знаки, значит, это точно принадлежит им, но это не оружие. Мы видим, как подразделения спецназа прибывают в район номер 9. Никто до конца не осознавал, что это за место. Найди урода! Все сделаем быстро, чисто и, главное, без шума. Район номер 9 хранит много тайн.